Szene oder kann man auch auf Mitmenschen beziehen? Wie ist denn... Покрывало, о котором вы говорили до этого, это относится только к группе или можно относить это и к ближнему? Как должна быть наша любовь к внешним людям? Нет, нет, нет и нет. Мы должны относиться друг к другу, как написано во всех статьях Рабаша, с любовью, с поддержкой, в объединении, с объятиями, но относительно внешнего мира мы должны выглядеть просто, ну не знаю, как сказать, группы людей, которые занимаются, любят что-то изучать. Не знаю, допустим, как орнитологи, к примеру. Совершенно нейтрально. Те, кто интересуется, мы можем им объяснить потихонечку, чем мы занимаемся.